Меня спрашивают про взгляд. Одних пугает зрительный контакт, и им сложно его поддерживать, и они спрашивают, нормально ли это. Другие меня спрашивают, а вот когда на тебя смотрят просто парализованными веками, так сказать, этими взглядом испепеляющим, значит, как на это реагировать и насколько это вообще нормально. Значит, ну вообще взгляд, чтобы вы понимали, это очень важная такая эволюционная штука. Платон говорил, что через взгляд у нас душа общается любящих. Это Платон говорил. Эволюция говорит, что взгляд – это выяснение отношений. И это, собственно говоря, как бы, кто первый посмотрел, кто первый отвел там, и так далее, мы определяем место друг друга в некой иерархии, да, социальной, в которой мы находимся. Поэтому эта вещь такая обоюдоострая. Если вы любите человека, если он вам ценен, то обязательно смотрите ему в глаза, улыбайтесь ему, будьте рядом. Если это человек, который не является вашей такой жизненной страстью, вот, то очень важно просто в этом зрительном контакте сообщать, что вы присутствуете, что вы заинтересованы. Вот. И такая деликатность пунктиром, этот взгляд будет давать ощущение того, что с вами можно коммуницировать, решать вопросы. Вот, поэтому последим за своими взглядами.